Так, ну что, всем доброго утра, у нас уже воскресенье, сегодня у нас день уборки и день шоколада, наконец-то буду делать конфеты, вчера сделала заготовки для трюфелей, и в обед собираюсь оттемперировать шоколад, ой, что-то в глаз попало, для того, чтобы сделать обливные и обсыпные трюфели, и сделать конфетки корпусные с начинкой из ганаша. Вот, а пока у нас уборка. Сегодня... Ничего готовить, кушать пока не буду, из-за того, что есть картошка с мясом, которую вчера Сережечка жарил. А еще хотела рассказать про то, что сломался же у нас модем. Я вчера и позвонила в ЮТК, горит все время красная кнопка, они говорят, что это могут быть проблемы с розеткой. Ну, как бы, не знаю, никаких проблем с розеткой нет, либо с розеткой, либо он уже, ну, все крякнул. И что гарантия уже прошла, хотя мне казалось, что он у нас на... Как это называется? Как я вам говорила? Как это? Аренда оборудования, вот. Но они сказали, нет, по вашему договору никакой аренды оборудования нет. И, в общем, короче, просто выкиньте его, купите новый. Хотите в ЮТК, хотите в любой другой фирме. Так что надо будет заняться этим сегодня. Потому что без интернета, конечно, вообще не то, что там даже для YouTube, просто без интернета уже мы никуда, даже новости, погоду мы смотрим. Несмотря на то, что мобильный интернет у нас, ну, в доме он в средних комнатах, вот где компьютер, он не очень ловит, а вот в крайних по кругу все нормально, но все же его недостаточно. Вот, так что сегодня займемся этим, не знаю, или вечером куда-то поедем, купим модем, или я сейчас позвоню Паше. Нашему мастеру, чтобы он привез модем. Так что, в общем, будем что-то думать. Так, ну что, навела я в комнате достаточно такой видимый порядок, ну, во всех комнатах. И сейчас пойду на улицу. Так, у меня сейчас в планах перерезать вот этот весь перец в морозилку. Он уже стоит не знаю сколько, так что обязательно нужно этим сейчас заняться. Мальчики мои! Я как раз леску отнесу. Да. Давай, котик, пойдем. И все одинаковые. Mm-hmm. О, да. Ага. Сейчас я вам покажу. Она же столистая вот. Проволока. Я уже надоело, оно одинаковые не получается, то кривые. Так, нажимаю. Вот метка, видишь? Метка. Mm-hmm. Так, какой длины? И смотри, тут дырочка. Раз. И пошел. Раз. Два. Пружина. Три. Все было в кабинете. И выгибаешь в обратную сторону. И все. Это для рыбы? Для рыбы. И крючки у нас тебе висят. Ты крючки можешь делать? А я ловил. Все, ну и затачиваю на это. А, чтобы нанизывать, да? Да, надо же. Вот раз. Нажимаю. Да, да. Учитесь, как надо делать. Готово? Ну, вот это что вручную? Это что вручную? Ну да, они так все кривые и косые. Кривые и косые. Да, и как его вешать? Сушилка, да? Да. А эти лучше? Получилось. Третьего раза получилось. То, наверное, сразу пятого только более-менее. Пап, где же? А дальше они все пошли ровненькие. Пап, тебе не хватает только рыбы. Да. Так лови. Папа, ну да. Вот там сейчас речка слишком далеко ушла. Вот такая мелочь. Первая. Всего-то. Да. Крючок приворотный здесь висели. И вот же, ну, потом из остатков. Это что же крючки, вот если остается? Это на большую рыбу. Да нет, это...
А зачем тогда? Вот и все. Осталось только обрезать. Так это и для большой рыбы может пригодиться. И хер сольнешь. Ну да. А, так это и для большой. Там кошка залится, она поднимает спину. А когда не залится, вот так. Просто. Сильно. Вот так. Да. Мы так делаем. Так, я тут перчики обрезаю. 100 перцев. 100 перцев? Афонька, ты что, любишь виноград? Да. Молодец. А лево. Вот виноград, да? А зеленый. Ага. Нет, это не зеленый, это синий. Это зеленый. Да. Это не синий, а фиолетовый. Фиолетовый? Ну, кто как смотрит. Кто синий, кто фиолетовый. А вот и Рекс. Рекс. Вот у нас еще на тут. Поставь и проследи, это да. Это фиолетовое. Угу. Только почти полный. И синий. Только не под завязку. Да. А папочка нет, моет казанчик, да. Так, дети, давайте. Так, все, перец порезали. Папа еще захотел запеченной тыквы, так что сейчас будем в духовку ее добавлять и запекать. Я смотрю. Картина упала. Я понял. Папа, это была картина. Картина была, картина упала. Картина упала? Да. Афанасий, а расскажи, кто к нам в гости приехал. Ариша. Какая Ариша? Вот это Ариша? Набитым солом. Бом, ну это сразу видно, что это твоя сестра, Антош. А, да. Шантуха вечно побитый. Да. Доча, ты куда полезла? Дорогая моя. Она мне и есть сестра. Большая полка. О, класс, да? Ариш, давай книжечку будем читать, неси нам. Будем сказку, да, Афоня? Вот, вот. Вот это сказка? Вот. Она уже, наверное, не читает, сынок. Там что-то разговаривала, да, когда-то это еще Грише дарили собаку, поэтому она уже... Ты неправильно ее закрываешься. А, вот. Еще говорит. Еще надо? Еще выше надо? Ну давай, я помогу тебе. Саша, ты достанешь сюда? Высоко, да, слишком? Давай, я помогу тебе. Мне вообще как будто лето, да? Да, так и вчера такая жара, и вечером мы уже ходили, я в одной рубашке ходила. Оба! Обалдеть! Классно! Ура, сколько у тебя там зубов? Ну, два внизу, точно два. Я поняла. Два внизу и еще наверху есть. Афоня с Антошей еще хотят попрыгать. Чего ты? Не, Ариша хочет. Тоже нельзя. Ариша вышла и... Ребятам нельзя прыгать. А? Мам, пожалуйста. Ты пойдешь еще прыгать? Я ему говорю, это пожалуйста. Давай. Ты классная, да? Давай. Ну, правда, это холодно. Ну, то, когда было холодно, ветер, знаешь, если ветер. Бы не ветер. Ветер, я тоже так устала от ветра. Дашка! А у нас на ветер, как выживается. Дашка! Аккуратно, ладно? Смотри. Афоня, подожди, надо закрыть. Сейчас, Антоша. Сейчас Ариша скатится. Посмотрю, Антош. Закрыли? Смотри. Опа. Смотрю, смотрю, Антош, смотрю. Мама, будь. А будь, ну слазь. Сейчас мне надо прыгаться. Так, вот эти переворотики, пожалуйста, мне не надо. Я буду. Нет. Да. Мы поссоримся. Антош. Ну, один раз. Мам, ой. Через голову? Угу. Да. Ты куда, барыш? Что за кашель? Видишь, Антоша там сейчас нам покажет? Только не через голову. Что-нибудь попроще. Нет. Нет? Других трюков нет. Да, все. Аккуратно. Ух ты. Все, да? Пошли на качели покатаемся.
Так, закручиваем. Ну как ты, зачем ты докинул? Нашел! Давай. Устал, Антошка, пошли на качели, Арина. А что, речка обмелела? Ну да, прям вода ушла сильно. Давай я закручу. Ты что хочешь, доченька? А? Давай я тебе хвост перевяжу. Как она любит прическу или нет? Очень. Модемом на Костанице или у города? Нет, это в Краснодар, наверное. А Костанице тут у нас нет модема. Ну вот в этом верховецком то, что... Дочь, не забывайся покрепче держать тебя. Это мама что же такая? Может, не пойдем туда же с тобой, да? Мы тут... Надо! Ну подожди, сейчас все выйдут, подожди. Только с дедой Вовой можно туда. Да, с мамой не пойдем, потом мама голова закружится. Дедушка Вова! Спать! Контуша спускается. Не надо, пап, ты там же яма. Там тут так. Она испугалась. А то уже у дедушки голова кружится. Ага. Пошли к маме. Ой, я помню, ты так дедушка стоишь. Уже боится. Речь какие-то. Ну да, кажется, голова. Что ты плывешь, да. А куда идем? Туда? В речку? Ага, сейчас, давай иди к девушке на ручку. Я, конечно, помню. Куда? С Аришей цветочки нашли, а теперь надо ждать, когда сюда прилетят бабочки, да? И будет Ариша ловить с очком бабочек. Тебе надо маленькую, Ариша, или большую? Угу. Большую. Давай я тебе помогу, хочешь? Или ты сама? Сама? Да. Давай сама. Давай смотреть, пошли посмотрим. Нету тут больше бабочек? Все, наверное, улетели, да? Все, наверное, испугались. А вот бабочка, вот, Ариш. И она улетела. Скажи, мы поймали бабочку, да, Ариш? Все, улетела? Да. Сейчас опять прилетит на цветочки, да? Бабочки где живут, Ариша? На цветочках? Тут у нас, скажи, шмели есть, да? Ты что, да, что-то пропал. Надо их звать, да? Да! Да, бабочка, ты где? Да. Зови громко. Ба! Да. А то мы какую поймали? Желтую, теперь надо белую, да? Би. Да. Будем сейчас звать, да? Ба! Где бабочки? Ух, тут, наверное, кушать полетели, да? Хотят, наверное, покушать? Ба! Надо чуть-чуть подождать, да? Ба! Где? Нет, дочь, не поймалась. Поехали, Славочка. Нет. Ну а что, у крестной тоже дела. Ой, ты знаешь, на самом деле ничего никогда не закончится. Где бабочка? Ты да? Пошла. По палисаду. Да, тут как раз такой палисадник, что тут можно подставить. Надо только в рот занести. Не, ну вы, да, ирисы, и эти же как вот, пионы тоже. Где бабочка? Все у... Да, за дом есть. Ага, ого, кто тут? Машинка там, пойдем кататься на машинке. Ага, бабочка. Ой, давай я отцеплю. Хоп, пошли дальше. Ба. Давай еще, хоп, пошли дальше. Хоп. Еще, а ты просто вот так смотри. Ой, вот так вверх его поднимай, сачок. Вот так, смотри, как его носит. Все, вот так, и иди, на плечо положи. Вот так, все, иди вот так с сачком. Ба, где? Где бабушка с дедушкой, ты не знаешь? Где бабушка с дедушкой? Зови. Где цветочки? Ты Дед Мороз? Говори, я Дед Мороз. Да. Подарки принес, да? Где бабочка? Ну пошли на цветочки, сейчас проверим. Может, уже прилетела. Ну что, смотри внимательно, прилетела или нет? Так, ну что, все, перчик
Порезала из двух пакетов, из двух мисок получилось 6 пакетов, по 3 пакета в каждой мисочке. Вот сейчас это все отправляется в морозилку, и я займусь наконец-то тыквой. Сержуня просит просто запеченную тыкву, с сахаром. Так что сейчас убираем в морозилку перец и запекаем тыкву. Так, ну что, в общем-то, вот такая вот тыква получилась. В смысле, я сейчас ставлю в духовку, я ее понадрезала как могла. И присыпала сахаром, и все, ставлю в духовку. И здесь она будет до готовности запекаться при температуре 200 градусов. Так, ну что, у меня опять конфетки. Тыква запеклась. И здесь у меня трюфели обсыпанные. Чем? Какао. Ирка. Очень вкусные. С такой приятной горчинкой. Какие должны быть трюфели? В общем, здесь еще немножко ганаши для трюфелей осталось. И он застывает. Он, в общем, должен как-то стабилизироваться, кристаллизоваться. Не знаю, как правильно сказать этим словом. И потом я тоже обваляю его в какао. Очень вкусно. Ой, кто-то звонит. Так, ну что, продолжаем с конфетами. В общем, вот это вот трюфель с какао. Вот это вот корпусная конфета. И внутри вот этот трюфель, ну как это, ганаш. А вот этот трюфель только облитый белым шоколадом. В общем, все очень вкусно. Каждую конфетку уже попробовала. Да, что-то не получилось с первого раза. Форма достаточно сложная. Это же форма для льда у меня вот такая вот. И она достаточно сложная, ну, по самой форме. Вот. Сейчас буду фотографировать всю эту красоту для Инстаграм. Антош, ну как тебе конфеты? Нравится? Антоха только проснулся. Гриша, а тебе? Нравится. Какие? Белые или горькие? Другие. Да? Вот эти попробуй. Только вытирай ручки, хорошо? Ну как? Кукольные. Кукольные? Да. Угу. 26. Лина, 27 мне. У меня нету 20. Ладно. А ты знаешь, где смотреть 20 на 20? Да. Не, ну ты должен на вот этой полосе. Здесь видишь, все на 20 где-то. Да, вот здесь все на 30, а здесь все на 40. 24! Да ну! Перестала мне вести. 20. У меня нет. Нет, 20. Нет, у меня 25. Ну дальше давай. Так, а мы с Сержуней купили роутер. Покажи. Роутер. Вот такой вот в Евросети купили, не знаю, надеемся, что... Ой, будет... цену не показывай, ё-моё. А чё? Ну, мы нолик припишем, 20 390. Нет, не надо. Папа у Леонардо. Прикольная, да, шапка? Детей пугать. Короче, очень круто. Мы тут уже всего понабирали по чуть-чуть. А мы тут что нашли? Крутое гелий. Жека. 1700 стоит. Сержуня, сними. Так что, если что, то будем знать, что... А насколько ж тут шариков, интересно? Это какое количество шаров?